Доброго времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Продолжаем работы над Юнкерсом. Как вы помните, покрасил я нижнюю часть, и вот я ее замаскировал, чтобы случайно где-нибудь что-нибудь не закрасить, когда будем красить верх. Сперва, обезжирил я, естественно, это все. Сперва будем задувать более светлым тоном. Это RLM-71 Dark Green, по-немецки Dunkelgrün, если я правильно прочитал. Вот такая вот краска от фирмы Ganza, Mr. Hobby Color H64. Нам нужно закрыть все, что у нас есть. Все поверхности. А потом уже, когда она высохнет, будем делать рисунок камуфляжа. Сейчас я подготовлю краску и будем красить. Краску я всегда развожу на глаз, поэтому строгих пропорций не могу я вам сказать. Порой даже иногда и не развожу. Смотря какая краска. Ну, вот это вот, наверное, придется немного развести. Ухожу на паузу и скоро вернусь. Thank you.
Вот такой вот у нас темно-зеленый самолет получается. Но это еще только базовый слой, потому что дальше будет еще один цвет. Вот такой вот. РЛМ 70. Краска тоже от Ганзы. H65. Мистер Хобби Колор. Это у нас уже Black Green. По-немецки Schwarzgrün. Если я правильно читаю, конечно. Это довольно темная краска. Вот такая вот. Почти черная. Но для того, чтобы ее наносить, сперва нужно дать высохнуть этой. Потому что нам нужно будет нанести вот приблизительно вот такую схему камуфляжа. А для этого нам нужно будет сделать маски, которые я, в принципе, в прямом эфире и сделаю. Запишу на видео, как я это делать буду. Вот. И на ускоренном режиме покажу. Пока сохнет, уходим на перерыв. Увидимся уже на подготовке масок. Ну что ж, вот я сделал маски. К сожалению, процесс их сооружения не удалось записать. По той причине, что это довольно долгий процесс. Занял он у меня почти полдня. Но я думаю, на какой-нибудь поменьше модели, там где будут или маленькие маски, или сама модель будет маленькая, я как-нибудь покажу. Ну а теперь будем красить второй цвет. H65, это RLM 70 Black Green. Подготовлю сейчас краску и начнем. We'll be right back.
Ну вот такой вот у нас цвет получился. Не знаю, на камеру передается. Наверное, кажется совсем черным. На самом деле он такой темно-темно-зеленый. Вот. Ну, на контрасте, я думаю, когда маски снимем, он будет лучше смотреться. Вот. Сейчас я немножко дам ему подсохнуть и буду снимать маски. Так что скоро увидимся уже с готовым результатом.